открыт набор учащихся в Пермскую духовную семинарию, шоссе космонавтов 185, на отделение священно-церковнослужителей, иконописное отделение, регенское отделение, отделение дополнительного религиозного образования и катехизации. Прием документов осуществляется в период с 15 июля по 23 августа. Вступительные экзамены пройдут с 26 по 28 августа. Семинария предоставляет бесплатное обучение, бесплатное проживание, бесплатное питание. Преподаватели семинарии – выпускники духовных академий и семинарий, педагоги с учеными степенями и званиями. С подробными условиями поступления можно ознакомиться на официальном сайте Пермской духовной семинарии permseminaria.ru.